пережить 20-градусный перепад. В столицу заглянула зима, судя по всему, чтобы попрощаться. Расставание вышло, мягко говоря, прохладным. Снег, ветер, гололед, разбитые машины и сломанные конечности. Сегодня нам обещают уже до плюс 11. Это не просто звук, это дикий зверь. Когда вы сбрасываете кос, говорит: «Ты что? Ты что отпустил?» Он побуждает вас сделать это еще раз. 130, 140, 160, 180, 190. Перед началом ролика давайте разберемся с ценами на Audi A7 с помощью нашего уже проверенного агрегатора новых автомобилей автоспот.ру. Все дело в том, что автоспот.ру позволяет вам выбрать автомобиль, не выходя из дома и не тратя время на объезд дилеров. Вы просто заходите на сайт, выбираете автомобиль и уже видите кучу предложений от различных дилеров, которые готовы дать вам скидку. Более того, у сервиса работает служба поддержки, которая в случае, если вы не нашли подходящий вам автомобиль, поможет вам с поиском и к тому же гарантирует юридическую чистоту сделки. То есть вы обезопасены со всех сторон, не тратите лишнее время, поэтому мы рекомендуем этот сервис уже много раз и будем продолжать его рекомендовать. Автоспот.ру, ссылочка будет в описании. Сервис, кстати, бесплатный, уже очень долго и будет таким всегда. Смотрите ролик, там клево все. Вот так вот, да! Вот так вот, вот так надо начинать выпуск, погнали! Спасибо тебе, дружище! У нас машина моей мечты на тесте. И я хочу, чтобы вы хорошенько ее рассмотрели, поэтому мы перенесемся в день. Вот так, ребята, гораздо лучше. Мы переместились не только из ночи в день, мы еще и переместились из зимы фактически в лето. Ну, на самом деле, весну. Это, ребята, между прочим, следующий день. То есть вы понимаете, да, как все быстро меняется? Меняется так же быстро, как меняется марка Audi вместе с Audi RS7 Performance. Что такое Performance, я сейчас расскажу. Давай, родимая! Как она приседает, спойлер открывается, я лечу. Так что же такое перформанс? Перформанс – это когда вам уже кажется, что Audi RS серии недостаточно быстрые, что вам недостаточно 560 лошадиных сил, недостаточно разгона до сотни за 3,9 секунды, вам не хватает обычных тормозов, вам это все наскучило и это вам все неинтересно. Вы хотите больше мощности, больше динамики, ну, опять-таки, хотите потратить побольше денег. И как раз здесь приходит вам на помощь перформанс. Это 605 лошадиных сил, что на 45 лошадей больше, чем стандартно. Это карбонокерамические тормоза, это спортивный дифференциал. Естественно, полный привод кватера, он есть и там, и тут. Это мы опустили. Это крутящий момент 750 ньютон-метров, разгон до сотни за 3,7 секунды. Мать моя женщина. И все это находится вот в кузове лифтбэк. Если мы с вами немножко перенесемся назад, мы поймем, что раньше спорткары типа Ferrari, Lamborghini, Maserati – это спорткар, не факт. Что раньше они имели похожие динамические характеристики, но это гиперкары, это гиперкары. А это лифтбэк, в который можно загрузить семью,
закидать в багажник картошку и со всем этим вместе, тормозя карбоновыми тормозами, усвистеть на бешеной скорости. Демонизм вообще. Демонизм. Капотом, ребята. V8 4-литровый с двумя турбинами, 605 лошадиных сил. Этот мотор — это какой-то демонический демон, потому что у него крутящий момент доступен практически с низов. Ну, я не говорю про цифры, про то, что они пишут, я говорю по факту, да, когда вы едете на этой машине, фактически с любой скоростью ускорение просто адское. И плюс этот мотор, помимо всего прочего, может подвергаться тюнингу. Этот тюнинг может из этой тачки выжать и 1000 лошадиных сил. Но даже если вы сделаете Stage 1, уже будет 700-710 сил. Это же просто обалдеть. То есть стоит поменять впуск-выпуск — уже 800 лошадиных сил. 800 лошадиных сил в лифтбеке. Очуметь. Вообще, внешне машина, конечно, выглядит как прирожденный убийца. Она, у нее такой холодный, злой дизайн. Маленькие фары. Такие обтекаемые формы. Мне очень нравятся эти серебристые детали, да, серебристые некие всякие нюансы в дизайне. Но при всем при том, человек неискушенный, он не сразу разгадает то, что это именно спортивный автомобиль, если, конечно, он никуда не едет, потому что звук выхлопа моментально выдает этого зверя. Визуальную версию RS выдает прежде всего, конечно, шильдик. Это логично, да? Но, во-вторых, увеличенная выхлопная система, то есть насадочки, диффузор спортивный и притонированная задняя оптика. Кстати, выглядит очень круто, и вот в версии RS она, конечно, прям классно дополняет. И в целом задняя часть тоже получается такая суженная, то есть агрессивная, злая. Сразу понятно, что имеешь дело с непростым автомобилем. Ровно до того момента, пока не открываешь багажник и не понимаешь, что тачка-то вообще вполне. Огромный багажник. Кнопочки, алькантара, сеточки, все что угодно для того, чтобы перемещать продукты и грузы со скоростью 310 км в час. На самом деле здесь верно стоит на коленях, а не на корточках перед такими тормозами. Ведь все-таки скорость — это не только динамика ускорения, но и динамика торможения. Поэтому здесь стоят карбонокерамические тормоза. Стоимостью, я бы мог всегда пошутить, да, что стоимостью как ваша семерочка. Нет, ребята, они стоят как мой Range Rover. Вот в чем основная проблема. Даже в эти 20-е диски они влезают с огромным трудом. Я у них уже не помню, как там было на М4, но здесь и впереди, и сзади стоят керамические тормоза. И несмотря на спортивные колодки, они даже не скрипят. Удивительно, да? Надо рассказать будет об этом в BMW, они не в курсе. В моем детстве машины, которые ехали до сотни за 3,7, представляли из себя такой набор пластика, деревяшечек и каких-то металлических деталей. И единственная их задача была просто ускоряться до сотни за 3,7. Здесь же мы оказываемся в тачке полной карбона, кожи, алькантары на потолке. У нас есть музыкальная система Bang & Olufsen. У нас есть камеры повсюду. У нас есть проекционный дисплей. У нас, ребята, чего только нету. Вот этот карбон, например, кайфовый абсолютно, с синими ниточками, такими интегрированными внутрь.
Не знаю, как они сделали, но выглядит прям офигенно. Да, ковши, кстати, здесь мне нравятся, ну, по крайней мере, визуально меньше, чем в RS3. Они какие-то не такие агрессивные, но при этом они все равно очень удобные. Получается, что сейчас, покупая машину, которая ускоряется до сотни за 3,7, ты получаешь тот же набор опций, что и в тачках, которые просто бизнес-классы, которые созданы для того, чтобы возить тебя из пункта А в пункт Б. Единственное, что выдает эту машину, когда ты в ней находишься в первый раз, это нажав на ногу тормоза, и нажав на руку газа, ты получаешь вот такой вот звук. И ты сразу понимаешь, что дело пахнет жареным. Я это понял сразу. Блин, не могу. Давайте скорее, погнали отсюда. Любое мое знакомство с автомобилем начинается с того, что я забираю его из пресс-парка, начинаю неспешно на нем кататься, ну, как бы проверяя, да, как я с ним справляюсь, какие у нас с ним отношения. И с первого раза и непонятно, почему, когда я приехал первый раз после первых своих километров за рулем RS7, я приехал с трясущимися руками. Потому что, находясь в режиме драйв, и когда ваша подвеска переведена в комфорт, ваш дифференциал в комфорте, коробочка в комфорте, эта машина ничем не выдает свой буйный нрав. Вы просто едете, наслаждаетесь двойным стеклопакетом, кстати, который здесь присутствует, комфортом, тишиной, хорошей работой, мягкой работой подвески. И даже не подозреваете, что от ада вас отделяет всего одно нажатие на рычаг, один правильно выбранный режим. Эта машина очень быстрая, но она никогда не скажет об этом сразу. Она... ветер. Это может быть легкое дуновение, бриз, а может быть ураган. И разница, она прям минимальная. Она заключается в одном нажатии на педаль газа. Когда вы впервые продавите педаль газа в пол, вы поймете, что такое 605 лошадиных сил под капотом. И к этому самому моменту вы должны быть готовы. Переводите рычажок в режим динамик, дергаете на себя коробку для того, чтобы включить спорт-режим. Готовитесь морально. Сейчас наша скорость 80 км в час. Нас обгоняет слева машина. 120, 140, 150, 180, 190, 205, 220, 230. Мать моя женщина! И когда я в первый раз почувствовал, что такое ускорение 605 лошадиных сил на полном приводе, я понял, что мой мир, он уже никогда не будет прежним. Я буду каким-то безумным идиотом, который хреначит на машине на все деньги. Полный привод дает такую уверенность, такое сцепление с дорогой. Она так держится. Это так легко. Помните, когда мы снимали RS3, я говорил, что эта машина демонически быстрая, но при этом она абсолютно контролируемая. Здесь то же самое, помноженное на 2. Ускорение с любой передачи, с любой скорости, оно просто зашкаливает. Но! Почему я называю эту машину тихим убийцей? В отличие от RS3, где шумоизоляция находится на уровне гольф-класса, здесь шумоизоляция уже на уровне машины бизнес-класса. И вы не слышите того, что происходит снаружи. А снаружи разрывается выхлоп. Это не просто звук, это дикий зверь. Он утробный, низкий, с отстрелами на каждом переключении и с недовольным фырканьем. Он как будто выбрасывает пену из носа, когда вы сбрасываете газ. Говорит, ты чё? Ты чё отпустил? Он побуждает вас сделать это еще раз. 130, 140, 160, 180, 190, 200, 212, 200, я просто дальше боюсь, честно я вам скажу. Здесь зимняя липучая резина, просто дальше страшно. Ощущение на кольчиках пальцев. Машина легкая, вы чувствуете, что она легкая, вы чувствуете, как она вваливает. Вы понимаете, что, блин, что происходит со мной?
передача переключается моментально. Восьмиступенчатая коробка настроена специально именно под версию RS7 Performance, под эти 605 лошадиных сил. Переключение происходит просто молниеносно. И при этом это какое-то абсолютное спокойствие. Это хладнокровный убийца. Это не машина, которая создана для того, чтобы вы с ней боролись. Она является вашим союзником, но на стороне зла. Я не хочу сказать про то, что как бы эта машина злая, но эта машина, она не для города. Она не для таких неадекватных людей, как я. Эта машина, вот если вы уравновешенный, стабильный человек, и то хрен вам. Стоит вам один раз нажать на газ, вы больше не будете этим человеком. Вы будете лезть в каждую дырку. Вы понимаете, что за ту долю секунды, которая машина позволяет вам проскочить огромное расстояние, вы можете просто играть в шашки в стоячей пробке. А когда вы едете и едут все остальные, у вас есть полное ощущение, что они замерли. И существует только тот миг, в котором вы и Audi RS7 едете, остальные все стоят. У меня такое ощущение, что она не ускоряется. Это какой-то гиперпрыжок просто. То есть она сдвигает назад, она вгрызается своими колесами, сдвигает назад асфальт, откидывая остальные автомобили, и ускоряет вас просто в космос какой-то. Ни одна другая машина не заставляла меня каждый раз... Давай, родимая! Как она приседает, спойлер открывается, я лечу! Все, 230, я больше не могу, я больше не хочу. И карбонокерамика, она вгрызается, вгрызаются суппорта. Своими огромными тормозными механизмами вгрызаются в карбонокерамику, останавливая вас. Любой человек, не подготовленный к этому, думает, что сейчас он умрет. Но он останавливается за 150 метров до того момента, как он умрет. У меня, в принципе, есть ощущение, что этой машине нужен какой-то отдельный портал в другое измерение, там, где живут такие машины. Потому что в нормальном мире с нормальными другими автомобилями ей делать нечего. Они стоят на месте, пока вы испытываете эти межконтинентальные прыжки. Как мне это нравится. Вот так она делает. Нет, не тормози, нет. Причем я могу это делать в любой момент. Я могу сбросить передачу и слышать. Потом опять передачу наверх, а потом опять. Я могу это делать на 100 км в час, могу на 60 и каждый раз. Как будто подросток гороха объелся. Я могу делать это бесконечно. Я могу просто целыми сутками проводить, дайте мне бутылку воды, и я буду здесь делать. Вы слышите, как происходит переключение? Бух-бух. Это две передачи переключилось. Вы понимаете, сколько денег вы будете на этой машине тратить на штрафы? Сегодня Дима меня подколол, говорит, я проверил штрафы Audi, там на 17 тысяч и все твои. И я, блин, ему поверил. Потому что я езжу на ней как неадекватный. И я абсолютно влюблен в этот автомобиль. Абсолютно. Она опять начинает. Опять начинает. Господи, не останавливайся. Бородатая езда! Так, ребята, именно... Именно... В судьбе каждого человека бывают события, которые делят его жизнь на до и после. И такие вот места, как это, которые всегда заряжены силой. Я очень рад, что наше знакомство с Audi RS7 заканчивается именно здесь. Определенно эта машина влюбила меня в себя. Надеюсь, это взаимно. И этот чувак когда-нибудь перестанет попердывать, пока я тут, между прочим, драматический финал пишу. Я уверен, что мы с ней еще встретимся. Возможно, она появится в моем гараже, возможно, нет. Но в любом случае я рад нашему знакомству. Это была бородатая езда. Бородейте, мечтайте, смотрите ютубчик и никогда не скучайте. Пока.